Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Поздравляю вас с завершением каталога номер 3 и с открытием четвертого каталога. Я желаю, чтобы он у вас прошел просто на ура, потому что каталог классный, добавились новые продукты. И я сейчас покажу, что я заказываю в первый день каталога и поделюсь, почему я что-то беру, а что-то нет. Итак, сейчас дополню корзину, потому что начала делать заказ и решила, что надо срочно включить запись. 29 697, это витамины wellness pack для мужчин. Вот смотрите, я добавила мужской wellness, нажимаю на круговую стрелочку для того, чтобы оформить подписку, потому что если у вас будет подписка, то у вас будет вот таким образом это выглядеть. Смотрите, вот тут чуть ниже вот две подписки, нажимаю на стрелочку. И у меня wellness pack женский идет второй шаг уже, и мужской первый шаг. Что это дает? Когда я пройду третий шаг, он мне набьется также за деньги, за 2296 рублей, а четвертый шаг потом придет в подарок, и это очень выгодно. То есть мы экономим больше денег, и витамины становятся по более доступной цене. Итак, что у меня в корзине? Нужно тут кое-что почистить. Knowledge Guide у меня есть несколько штук. Я их раздаю, потом опять собираю. Пакетиков полно, удаляю. Так, Wellness Guide есть, убираю. Так, 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 каталоги оставляю. То есть у меня придет 11 каталогов за 219 рублей. Для работы самое то, что нужно. Так, дополнительно. Смотрите, я добавила набор косметичек. К сожалению, их не видно здесь, но они выглядят... Сейчас покажу, может быть, тут видно. Нет, тут не видно. Желтенькие красивые косметички. Вот, вернее, желтая, черная и белая. Они очень классные, и их можно добавить через форму заказа, код 43732, если вы в прошлом каталоге делали заказ на 50 баллов. Итак, это еще не все. Мне нужно зайти в раздел «Предложения» и добавить сумку-торбу. Мне заказала клиентка сумку. Я ее сейчас возьму со скидкой 50%. Она мне возьмет по полной цене. И вот таким образом эта скидка мне принесет дополнительно денег. То есть так, 800 рублей за нее заплачу, а клиентка мне отдаст 1999. То есть 1200 чистая прибыль получится. Это намного приятнее, согласитесь. И кое-что нужно еще добавить. Сейчас я проверю. Так, сумка. Я хочу посмотреть кое-что из распродажи, может быть, мне нужно. А распродажа бывает частенько такая интересная, что я здесь иногда ловлю такие продукты эксклюзивные, которых уже нельзя купить. Но можно вот тут вот их увидеть. Так, их вроде пока ничего не цепляет. Ой, какой этот классный лак, зеленый латте. Так, сейчас еще двигаемся. Что-то у меня подвисаешь. Все пишут, поздравляют с 8 марта. Вас тоже всех с праздником, потому что именно сегодня 8 марта. Кто как праздник. Так, ну я пока ничего не уцепила, потому что все у меня есть, лаков полно, помад полно. Поэтому я захожу опять в корзиночку и доложу сюда продукт. Мне нужны мыльца. Сейчас я закину мыльца. Так, 34 462, раз, мыло. И 34 102. И еще одно мыло. И того надо еще что-то, чтобы было ровно 150 баллов. Ага, и 361 94 это из вставки в каталог витаминный крем с папайей. Итого у меня в корзиночке сейчас лежит крем, два мыла. По акции они выгоднее получаются. Смотрите, если одно брать 47 рублей, если два, то каждое по 39. Я беру пребиотический напиток. Обязательно беру себе, и мы будем пить его всей семьей, поэтому у меня будет их много в заказах еще. Ну, каталог только начинается. Проверяю все по акциям, что у меня здесь все хорошо. Выбираю доставку. Так, мне нужно доставку на дом. Доставка на дом. Доставка на дом стоит на среду, все отлично. Далее оформить заказ, проверяю доставку курьером, в среду уже получу. Итак, смотрите, к оплате 7383 рубля, но так как у меня есть скидка объемная, 4430 списывается со скидки, и к оплате всего 2953 рубля, 151 балл, и я нажимаю оформить заказ. Далее у меня сразу открыто еще одно окошечко. И здесь я тоже накидала заказ уже на другой номер, чтобы выгоды свои получить.
Так, пребиотический напиток, мыло. Это у меня тут все под заказ идет. Капсулы под заказ. Они сейчас по акции. Всего 1279 рублей. Капсулы на Veg. Это очень хорошее предложение. Так, крем с папайей, извините, удаляем. Я его уже заказала в том заказе. Так, мыло, мыло. Мыло, мыло заказали. Так, по-моему, все, да? Так, проверяю. Две помады под заказ. И себе взяла сыворотку-размягчитель мозолей. Хочу попробовать. У меня даже есть на чем попробовать. Так, все, убираю. Пакет удаляю. И идем смотреть по доставке. Доставку делаю на СПО. Так, все. И иду оформить заказ. То есть пока маленький заказ отправляю, все, что успели клиенты накидать, я не жду долго, я скидываю, все отлично, нажимаю «Оформить заказ». Итак, два заказа у меня улетели, и таким образом получается, что в среду я получу два заказа и сниму вам красивые обзоры. Вы посмотрите продукцию какую-то вживую, что-то вы уже видели, что-то, может быть, для вас будет новенькое. Будем вместе пробовать напиток. Я расскажу свои впечатления, поэтому будьте на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, если видео полезно. И до новых встреч. Всего доброго, пока-пока, успехов!